Ирочка, что бы ты сказала, вот если бы у тебя сейчас, ты тоже у нас новый партнер, и если бы у тебя сейчас, ну, были новички, да, завтра был бы такой семинар, ты бы хотел их вывести сюда? Сказала, ребят, громче. Учитесь всегда. Приезжайте, находите возможность приезжать, общаться вживую с людьми, которые достигли уже определенных знаний, финансовых знаний. Здесь ты общаешься именно с умными людьми, и которые выше тебя, и ты стараешься тянуться к ним. Поэтому семинары – это очень важно. Приезжайте и учитесь, учитесь каждый день. То есть, Вера, ну, сейчас вот появятся в ближайшее время новые партнеры. Будет вот такая вот уверенность, настоятельно, прям вот кулаком по столу, чтобы они поехали? Будете настойчивы в этом? Да, да. Да, 100%. 100% нужно учиться именно общаться с людьми, сюда приезжать. Это дает, самое главное, уверенность в том, что где ты когда-то где-то там как бы сомневался. Здесь ты послушал, и уже все. Ты уверен, что ты в нужное время и в нужном месте ты оказался вовремя. Спасибо. Спасибо, приятного аппетита.